Вот, ребята, попал чисто случайно на репетицию парада я сегодня. Сейчас мы посмотрим. Драндулеты наши российские. Прогуляться по Москве, а тут вот такая процедурка интересная. Комментарий, я думаю, излишний. Где наш главный танк? Перекрыто в центре. Я обратил внимание, поэтому думаю, надо сходить туда. Там что-то интересно. Что-то как-то они недружно едут. Всегда у Пушкина на макушке голубь сидел. Что нам еще покажут? Интересно. Thank you.
не очень интересно. Там еще поедет, наверное. Красавец. Конец. Но сегодня не один.
как-то разрозненно. Пятого мая придем сюда, если не отменят в очередной раз. Они любители. Холодище, ветрище. Все. Это странная репетиция. Ну, предварительно основная будет, наверное, 7-го. 29-го была. 4-го сегодня. 7-го. Наверное, ночью. Интересно будет. Пройдемся в сторону Белорусского. Все равно навстречу поеду. Какими-то разрозненными группами, непонятно, почему так прокатили тетрадь-четверочки. Ну, как все. Надо было прямой эфир заводить. Так интереснее было бы. Ну, говорю, я чисто случайно. Думал, пойду пройдусь в Москве. Приехал, смотрю, здесь забор здесь стоит. Солдатики. Через каждые 10 метров. Или меньше. Какое шумное, блин. Реально мурашки. Это вот, это
танки в городе. Еще что-то. Что-то еще ползет.
делать? Ёшкин кот. Что это такое, да? Каптюшка, блин. А я что, поворачивать бы? Ничего себе. В таком неудачном месте стал. Давай, открывай ворота, блин. Не, он что-то не туда куда-то заезжает. Крути, крути, блин, чайник. Ну, наверное, надо по поводу того, если, допустим, техника сломалась, и быстренько ее убрать с дороги. Вот ему надо успеть до того, как следующие подъедут. Но он немножечко промахнулся. Сейчас вот исправился, но промахнулся. И не влезет он, надо вот убирать ту пожарку. Чайник, короче. Три тебе по физкультуре.
перепутай там скоростя. Заднюю с передней. Промахнулся ты конкретно, Вася. Там специально ему подстелили коврик резиновый. Он не слабо на него заехал. Ох, и чайник. Я так предполагаю, репетиция на случай, допустим, сломался транспорт один из. Чтобы его туда загнать 9 мая, здесь народ будет, караул, пока всех раздвинешь. Такой вот, такая вот репетиция. Что он еще нам покажет? Все, наверное. Я там будет здесь стоять, пока не обратно поеду. Наверное, все. А может, и не все. Хочу просто одним видео выложить, чтобы не монтировать. Чтобы широкий экран был. Поэтому погуляем. Пойдем обратно. В обратную сторону. Холодно вообще, катастрофа. Плюс один, плюс два градуса, наверное. Где бы посмотреть? Интересно прям даже.
такая у нас Москва сегодня. Все, спасибо всем.